Many in the church have only a shallow knowledge of God's word. Многие в церкви имеют неглубокое познание Божьего слова. Trust in their personal experiences or feelings as truth. Они доверяют своим личным чувствам или опыту, считая, что это истина. Or chase personal comfort and success as a way of life. Или они преследуют личный комфорт или успех как образ жизни. This is what I call baby Christianity. Это я называю младенческое христианство. Okay, I've talked already quite a lot about this, so I'm just going to go through it very, very quickly. Я уже говорил об этом, поэтому буду проходить быстро. Okay, I've told you about the idea of a baby crawling on the floor. Я уже говорил о мысли о таком образе, как ребенок катается по полу. Puts everything in its mouth. И кладет все в рот. Because it doesn't know the difference between food, a toy, or anything else. Потому что не знает разницы, не понимает разницы между игрушкой, едой и чем-то еще. I see a mommy laughing. Yes. Я вижу, что тут некоторые люди смеются, знаешь, что я имею в виду. As a father and grandfather, I also know. Как папа и дедушка, я тоже знаю, о чем говорю. I had to make sure everything was put out of the way before the baby came. Я должен был сначала убеждался, что ничего нет на полу, прежде чем ставить туда ребенка. But we as believers should not be like this. Но мы как верующие не должны быть такими. Ephesians 4:14-15. Ефесянам 4:14-15. We will then no longer be infants, tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching, at the mercy of people clever in devising ways to deceive. Instead, speaking the truth in love, we will in every respect grow up unto him who is the head, the Messiah, Yeshua. Тогда мы уже не будем младенцами, носимыми по воле волн и увлекаемыми всяким ветром учения, попадая под влияние людей, весьма изобретательных во лжи. Напротив, говоря истину в любви, мы во всех отношениях будем возрастать в того, кто является главой Мессией. As you see, I try to back up everything that I say with scripture. Как видите, я пытаюсь все подтверждать Писанием, то, что Because говорю. I believe it is so important. Потому что я верю, что это очень важно. Yeah, I can tell you a lot of stuff, and I've told you this also before. Я могу рассказать вам много вещей, я уже это на этом делал акцент. Don't believe everything I say. Но не верьте всему, что я говорю. Test it against Scripture. Исследуйте, проверяйте это с Писанием. See if what I'm saying is true. Смотрите, говорю ли я правду. Most of the time, I think it is. В большинстве случаев я считаю, я говорю правду. Every now and again, I make a mistake. Но снова же я тоже делаю ошибки. Keeps me humble. Это помогает мне смиряться. An in-depth understanding of God's word is key to spiritual maturity. Глубокое понимание Божьего слова — это ключ к духовной зрелости. Hebrews 5:12-14. Евреям 5:12-14. For although by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you. The very first principles of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who has to drink milk is still a baby without experience in applying the word about righteousness. But solid food is for the mature, for those whose faculties have been trained by continuous exercise to distinguish good from evil. Хотя к этому моменту вы должны были стать учителями, вас необходимо заново учить основным принципам Божьего Слова. Вам нужно молоко, а не твердая пища. Всякий же, кто нуждается в молоке, младенец, не имеющий опыта применения слова о праведности. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, тех, чьи способности постоянной тренировкой научены различать добро и зло. God's desire for each one of us is that we would grow a mature. Божье желание заключается в том, чтобы мы возрастали и становились зрелыми. Он не хочет, чтобы мы оставались детьми. Я не хочу также, чтобы мы оставались детьми. Я надеюсь, чтобы я бы хотел, чтобы вы выросли, даже стали больше меня, чтобы стали лучшими учителями. И трудились в служении больше, чем я. Я действительно хочу, это мое желание. Это Божье желание для вас. Many of you are discerning in everyday affairs. Многие из вас используют различения в ежедневных жизненных делах. You read the labels on the food that you eat.
Например, вы читаете название еды. Because you want to be healthy. Или состав еды, потому что хотите здоровую пищу. You read carefully when you make any agreements. Когда заключаете договор, читайте тщательно if you need surgery, его пункты. Если вам нужна операция, вы, конечно же, осторожны, подходите к выбору врача. We all have those things. У всех нас есть такие моменты. We're able to discern some things, and we want to discern some things. Мы способны различать, и мы хотим различать. But the most important thing is that we learn to discern what God wants. Чтобы мы различали то, что Бог хочет. Can you discern between divine truth and error? Можете ли вы различать между истиной, божественной истиной и ошибкой? This is the key question. Это ключевой вопрос. Not whether you know what day it is or anything else. Неважно, вы знаете какой, различаете дни, например. But can you discern between divine truth and error? Но можете ли вы различать между божественной истиной и ошибкой? Now we come to the how. Now we come to the how. Теперь мы переходим к пункту как. How can I be spiritually discerning? Как я могу иметь духовное различение? And this is probably the part you've all been waiting for. И я думаю, что это часть, которую вы ждали. I've told you what it's all about. Я все говорил, что это значит. And that was very necessary. Это было важно. But you've been asking yourself the question, but how do I do this? Но вы задавались вопросом, ну как же делать это? First of all, you have to desire it. Прежде всего, нужно жаждать этого. Now, I don't know how the word translates into Russian, but in English that word desire is very, very strong. В английском слово жаждать очень сильно. In Russian also. It's something you want more than anything else. Это то, чего что ты хочешь больше всего. That's what desire is about. Вот в чем суть. Wanting it more than anything else. Хотите ли вы этого больше, чем чего-либо? Spiritual discernment starts with your desire for it. Духовное различение начинается с вашего желания, с вашей жажды по этому. If you're not willing to take the time and the trouble, если вы не заинтересованы в этом, если вы не готовы уделять время для этого, you will never have it. У вас этого не будет. You will remain just as you are. Unable to discern. Вы останетесь на том месте, на котором вы находитесь, не способны различать. Если вы ищете только того, чтобы быть счастливыми, здоровыми и процветающими, you will never be spiritually discerning. Вы не сможете духовно различать. You must be humble enough. Вы должны быть достаточно смиренными. To admit you need to develop discernment. Чтобы признать свою нужду в духовном развлечении. It takes humility. На это нужно смирение. To gain discernment. Чтобы приобрести развлечение. If you think you know already, если вы думаете, что уже знаете, then you will not want it. Тогда вы не захотите этого. You will not desire it. Вы не будете жаждать. You will not run after it. Вы не будете стремиться к этому. For it. Не будете искать этого. You will not do everything possible to gain it. Не будете делать все возможное, чтобы обрести это. You have to admit that you need it. Вы должны признать, что вы нуждаетесь в этом. Proverbs 2:2-5. Proverbs, Romans. Sorry? Romans. No, Proverbs. It should be Proverbs. Paying attention to wisdom, inclining your mind towards understanding. I'm sorry, maybe it was my mistake. Не римлянам, а притчи 2:2-5. Did I miss it? No. No. Go ahead. Okay, maybe. No, it should have been Proverbs. Okay, maybe it was my mistake. I'm sorry. Uh-huh. I'm not sure. Yeah, I can't read it, so. It's wrong. It says Romans 2:2-5. Yeah. Okay. Okay, let me read Proverbs 2:2-5. Paying attention to wisdom,
inclining your mind toward understanding. Yes, if you will call for insight and raise your voice for discernment, if you seek it as you would silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of Adonai and find knowledge of God. Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к разумению. Если призовешь разум и глаз твой поднимешь к разумению, если будешь искать его как серебра и разыскивать его как клад, то постигнешь страх перед Господом и обретешь познание о Боге. Yeah, I can take a look at the English slides after a while. Are you willing to follow the path that leads to spiritual discernment? Готовы ли вы следовать пути, который ведет к духовному развлечению? You see what it says here. Вы видите, что написано в этом месте Писания? Are you ready to give your attention to wisdom? Готовы ли вы наклонить сердце к let your mind gain understanding? Внимательно ухо сделать к мудрости и наклонить сердце к разумению. Are you ready to raise your voice for it? Готовы ли вы поднимать свой голос ради этого? Are you ready to seek it as you would for silver or gold? Готовы ли вы искать этого как серебра or a hidden treasure? Или клада? The pearl of great price. Жемчужин, драгоценных жемчужин. When you do that, когда вы будете это делать, you will understand the fear of Adonai and find knowledge of God. Вы обретете страх Божий и будете иметь познание. If you're not willing to do that, если вы не будете способны это делать, then I am afraid you probably will never get to be very discerning. Если вы не будете готовы это делать, тогда вы не сможете иметь различения. You need to pray for it. Молитесь об этом. Prayer is important. Молитва очень важна. You must balance your desire for spiritual discernment by depending on the Lord for it through prayer. Нужно возложить свои желания об этом в молитве на Господа. King Solomon prayed. Царь Соломон молился. In 1 Kings 3:9. В третьем царстве 3:9. Okay. Hopefully it's right. 1 Kings 3:9. Therefore give your servant an understanding heart, able to administer justice to your people, so that I can discern between good and bad. For who is equal to judging this great people of yours? Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, чтобы различить между добром и злом. Ибо кто может судить этот многотрудный народ твой? When Solomon became king, когда Соломон стал царем, he realized that he could not rule the people well. Он понял, что не может править народом правильно. God gave him that wisdom and discernment. Если Бог не даст ему эту мудрость и различение. And it was later said of him there was no man with such wisdom ever before or after. И потом сказано, что ни до него, ни после не было такого человека, как Соломон. The Lord replied, and God said to him, because you have made this request, instead of asking long life or riches for yourself, or your enemy's death, but rather asked for your understanding to discern justice, I am doing what you requested. I am giving you a wise and understanding heart, so that there has never been anyone like you, nor will there ever again be anyone like you. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделал по слову твоему, вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было до тебя, и после тебя не встанет подобный тебе. James 1:5. Иакова 1:5. Says this. Now if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives to all generously without reproach, and it shall be given to him. Иакова 1:5. Если же кому-либо из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, дающего всем щедро и без упреков, и она будет дана ему. God is ready and willing. Господь готов, when и Он ждет, когда мы попросим Его. For things that will help us to live a godly life.
о том, что поможет нам жить святой жизнью, богобоязненной жизнью. И Он даст это нам бесплатно, даром. But you have to ask. Но нужно попросить. It doesn't just fall from the sky. Оно не упадет просто так с неба. We need to pray and pray in earnest. Нужно молиться и просить об этом настойчиво. Pray with desire. Молитесь с желанием. Next thing is to learn from others. Следующее — это учиться у других. As I said earlier, getting a mentor is a good idea. Найти наставника — это очень хорошая идея. You have to go further. What is that? It's the response of the Lord to Solomon. Oh, sorry. Okay. Yeah. Learn from others. Yeah. Okay. You can learn how to be spiritually discerning from the example of gifted, mature believers in the church. Вы можете научиться духовному различению у других зрелых людей в церкви. This is this idea I gave you earlier about seeking a mentor. Это идея, которую я поделился раньше, о наставнике. Some in the early church were especially gifted to discern between divine truth and error. В первой церкви были люди, способные различать и одарены этим даром, чтобы отличать ошибку от истины. 1 Corinthians 12:10. 1 Коринфянам 12:10. Paul lists the gifts or some of the gifts. Павел перечисляет некоторые дары. To another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to judge between spirits, to another the ability to speak in different kinds of tongues, and yet another the ability to interpret tongues. Кому-то чудотворение, кому-то пророчество, кому-то способность различать духов, кому-то способность говорить языками различного рода, а еще кому-то способность истолковывать языки. This should be normal. Это должно быть нормой. In our churches. В наших церквях. In our congregations. Unfortunately, it's not. Но, к сожалению, это не так. Because we have lost sight. Потому что мы потеряли понимание того, что Бог хочет. These gifts are essential. Эти дары, они основополагающие, они ключевые. And many more. I can't remember what I asked you in the beginning. Do you know how many gifts there are? Помните, в начале я спрашивал, сколько даров listed in Scripture? Описано в Писании. I did ask you, yes. Okay. 26 at least. Yeah, you asked and you said. Yep. 26, как минимум, да? Okay. You told 25, they say. 25, yes. Uh-huh. 25 is right, yeah. Ah, you're awake. Good. Молодцы, не спите, хорошо. Okay. The gift is essential. Discernment is essential. Дар развлечения, он ключевой дар. To unmasking false teachers. Для того, чтобы увидеть или разоблачить лжеучителей. We see very clearly from Scripture that they were already there in the first century church. Мы видим, что они уже были в первоапостольской церкви. If they were there then, they're here now. Если они были тогда, то есть тем более. And therefore, we need to be able to discern them, identify them, and get rid of them. Поэтому нам нужно их определить, различить, определить и избавиться от них. 1 John. 1 Иоанна. 1 John 4:1. Test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Дорогие друзья, не всякому духу доверяйте, но проверяйте духов, действительно ли они от Бога, так как множество лжепророков вошло в мир. Do we need this today? Нуждаемся ли мы в этом сегодня? Does this gift exist today? Этот дар существует сегодня? Yes. Да. Да. There are those who are able and who are gifted by God. Есть те, кто способны, те, кто одарены от Бога. To unmask false teachers. Разоблачать лжеучителей. They have a very special ability to think carefully. Они такие люди имеют способность внимательно думать. Critically. Критически подходить. And analytically. И аналитически. They are the church's guardians of truth. Это хранители церковной истины. Some of them teach in Bible schools. Некоторые из них учат в библейских школах. Другие пишут книги.
But in whatever way they serve, в какой бы сфере они ни служили, they are there to give clarity and insight. Они существуют для того, чтобы вносить ясность and to help в понимание right from wrong. И отличать правильное от неправильного. You need to learn вы должны учиться from what they teach and write. Из того, что они, чему они учат и о чем пишут. There are many good ones out there. Есть очень много хороших учителей. But as I said, there are many false ones. Но, как я уже говорил, что есть и лжеучителя. Therefore you need discernment. Поэтому нужно различение. You need to follow the example of other mature believers. Нужно следовать примеру зрелых верующих. It takes several years of parenting to bring a child to maturity. Нужно определенное время родительской опеки, чтобы ребенок стал зрелым. It will often take also quite a long time, quite many years to become mature spiritually. Также нужно достаточное количество лет, чтобы стать духовно зрелым. It's not a matter of praying in the evening, Lord, give me discernment. Это не просто вопрос в вечерней молитве, Боже, дай мне разрешение. And then waking up the next morning and having it. И на утро человек просыпается и получил развлечение. Lord, give me patience. Боже, дай мне терпение. And do it now. И сейчас. Прямо. An old joke of mine, yes. But still very true. Старая шутка, но so often this is what we try and do. Истинная, потому что так часто мы we want the quick way. Мы хотим быстрый способ, быстрое решение. We put our money in and we get it out. Мы вложили деньги, и сразу прибыль пришла. Spiritual maturity is a result of being nourished by God's word. Духовная зрелость, она приходит через исследование, через пребывание в Божьем Слове. 1 Peter 2:2. 1 Петра 2:2. Long for the pure milk of the word, that by it you may grow in respect to salvation. Будьте словно новорожденные младенцы, жаждущие чистого молока слова, чтобы через него вы возросли к избавлению. God also uses trials to mature believers. Бог также использует испытания, чтобы взрастить верующих. 1 Петра 5:10. I think part of it's fallen off or something. It's on the bottom. It's on the bottom. First, you will have to suffer only a little while. After that, God, who is full of grace, the one who called you to his eternal glory in union with the Messiah, will himself restore, establish, and strengthen you and make you firm. Еще совсем немного придется вам страдать. После того, Бог, полный милости, призвавший вас к своей вечной славе в союзе с Мессией, сам восстановит, утвердит и укрепит вас и придаст вам стойкости. Sometimes going through difficulties will bring us into that maturity that we need to discern. Иногда Бог поведет нас через эти сложности и трудности, чтобы мы приобрели возможность различать. Depend on the Holy Spirit. Положитесь на Духа Святого. You know what that word means? Знаете, что это значит? It's like me leaning on this desk here. Это как я здесь опираюсь на биму. I'm depending on it not to break. Я завишу от нее и не должен ее сломать. I have learned to discern in that area also. Я также научился различать в этой сфере. I am very careful when I sit on some of these plastic garden chairs. Или когда я сижу на пластиковых садовых стульях. One day I was sitting on a plastic garden chair. Однажды я на таком стульчике сидел. And suddenly I felt myself going down. И я почувствовал, как я опускаюсь и опускаюсь. And the legs were going this way. И ножки все разъезжались и разъезжались. Somebody said you're overweight. И мне сказали, что у меня лишний вес. Maybe they were right. Может, они и правы. The Holy Spirit is the true discerner. Who will lead you into all truth? Истинный различитель, который поведет нас в правде. Иоанна 16:13. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own initiative, but will say only what he hears,
He will also announce to you the events of the future. Впрочем, когда придет Дух истины, Он направит вас к истине, потому что будет говорить не от себя, но лишь то, что услышит. Кроме того, Он возвестит вам о будущих событиях. We're not now talking about the future, we're talking about the now. Сейчас мы говорим о нашем времени, не о будущем. We need to be able to discern now, we need мы to be able to know the truth. Быть способны различать сейчас, знать истину сейчас. And we can know that by depending on the Holy Spirit. И мы можем знать это, полагаясь на Духа Святого, потому что Он Дух истины. And He will lead us into knowing that truth. И Он поведет нас в познание этой истины. He perfectly knows the mind of God. Он идеально знает разум Божий. For who knows the inner workings of a person except the person's own spirit inside him? I'm going to ask you just to read this in Russian and 1 Corinthians 2:11 to 16. It's quite a long text and I want to save the time a little bit here. 1 Corinthians 2:11 16. Ведь кто как не собственно дух человека, находящийся внутри него, знает то, что происходит внутри человека? Подобно этому, никто не знает того, что происходит внутри Бога, кроме Божьего Духа. Мы же получили не Дух этого мира, а Божий Дух, чтобы мы могли постигнуть дарованное нам Богом. Об этом и говорим, избегая слов, навязываемых человеческой мудростью, а вместо этого используем слова, которыми мы научились от Духа, при помощи которых мы объясняем духовное тем людям, которые имеют Дух. Душевный человек не принимает того, что приходит от Божьего Духа. Для него это бессмыслица. Более того, он не способен уловить смысл духовного, так как оценку духовному можно дать только посредством духа. Однако человек, имеющий дух, может дать оценку всему, в то время как никто другой не способен оценить его самого. Ибо кто постиг разум Адоная? Кто может давать ему советы? Мы же имеем разум Мессии. Verse 12. Now we have not received the spirit of the world, but the spirit of God. Мы получили не дух этого мира, а Божий дух. So that we might understand the things God has so freely given to us. Чтобы мы могли постичь дарованное нам Богом. We need the Holy Spirit. Мы нуждаемся в Святом Духе. And we need to understand that it has nothing to do with the spirit of this world. И мы должны понимать, что это никак не связано с духом этого мира, который мы должны отвергнуть. Because if we do not, потому что если мы не сделаем этого, we will not hear the Spirit speaking to us. And we will not understand what the Spirit wants us to do. И мы не сможем осознать, что Дух хочет. Allow the Holy Spirit to control your life. Позвольте Духу Святому контролировать вашу жизнь. By confessing and forsaking sin. Исповедуя и доверяя свой грех. And living a pure and holy life. Живя святой и чистой жизнью. Galatians 5. Verse 16. Галатам 5:16. Okay, I'm sorry. I should probably have pulled up all of this stuff. Okay. No, it's Acts 20:32. That's Acts 20:32. Wait a minute. Oh, what's gone wrong here? That shouldn't be there at all. Carry on. Should be Galatians 5:16. Allow the Holy Spirit to control your life by confessing and forsaking sin. What am I saying is this, run your lives by the Spirit, then you will not do what your old nature wants. Галатам 5:16. Я хочу сказать этим вот что. В своей жизни руководствуйтесь Духом, тогда вы не будете исполнять прихоти старого естества. Okay, can what's this one? It's 2 Timothy. 2 Timothy. Wait a second. Okay. We need to go back a little bit. What's this one? Study the Word of God. Okay, that's coming up next. Okay, I'll leave that there. If we are obedient to these things, He will make you a discerning believer. Если мы будем послушны этим вещам, то Господь сделает нас различающим верующим. So the Holy Spirit is very important in the process of learning how to discern. Дух Святой это очень важный играет важную роль в том, чтобы мы различали. And your dependency on Him will
will in many ways govern how much discernment you can obtain. И наша зависимость от него покажет нам, сколько развлечения мы можем вобрать в себя. Okay, the next one is study God's word. Следующее — это изучайте Божье слово. That's already up on the screen. Spiritual discernment flourishes in an environment of intense, faithful Bible study. Духовное развлечение процветает в среде интенсивного, верного изучения Библии. You will not become spiritually discerning. Вы не сможете духовно различать. Even though you desire it, pray for it. Даже если вы будете желать этого, молиться. Learn from gifted and mature believers. И будете учиться у одаренных людей. And depend on the Holy Spirit. Если вы не будете зависеть от Духа Святого. Unless you diligently study His word. Если не будете изучать Его слово. In Acts 17, for example, the Jewish people of Berea received Paul's preaching eagerly. В Деяниях 17 главе сказано, что жители Верия не приняли учение Павла с охотой. And then tested his gospel message by comparing it to the teachings of the Tanakh. Но тщательно изучали его послание, его Евангелие с Писанием. And as a result, many became believers. И в результате многие стали верующими. Okay, what do we got here? Acts 20:23. Yeah. 32. Yeah. Paul warned the church leaders at Ephesus about false teachers who would try to infiltrate. Предупреждал церковных лидеров в Эфесе о лжеучителях, которые пытались внедриться в среду. And at the end, he said this in verse 32, "And now I entrust you to the care of the Lord and to the message of his love and kindness, for it can build you up and give you an inheritance among all those who have been set apart for God." Деяния 20:32. Теперь я поручаю вас Богу и вести о его великой доброте, могущей укрепить вашу веру и дать вам все то, что он обещал святому своему народу. Paul knew that their careful study of God's word was essential for protecting the church from error. Павел знал, что тщательное изучение слова, оно защищает от ошибки. 2 Timothy 2:15. 2 Тимофея 2:15. Do all you can to present yourselves to God as someone worthy of his approval, as a worker with no need to be ashamed, because he deals straightforwardly with the word of truth. Делай все возможное, чтобы представить себя Богу как достойного его похвалы, как работника, которому нечего стыдиться, потому что он честен со словом истины. As we present God's word accurately, когда мы преподносим Божье слово точно, we can be sure that God will help us. Мы можем быть уверены, что Бог поможет нам. That we won't be giving false or improper instructions. Что мы не будем говорить ложные или неправильные, не будем давать ложные или неправильные инструкции. That we present the word accurately to others. Что мы будем представлять слово точно для других. And don't engage in unnecessary discussions. И не вовлекайтесь в неугодные обсуждения. What about you? Как насчет вас? How do you study God's word? Как вы изучаете Божье слово? In a superficial, careless way? Безразлично и поверхностно? Or carefully and thoughtfully? Или тщательно и вдумчиво? Digging deeply into God's word. Углубляясь в Божье слово. In 2 Timothy 3:16-17. 3 глава 16-17. All scripture is God-breathed and valuable Тимофея, for teaching of truth, convicting of sin, correcting faults, and training in right living. Thus, anyone who belongs to God may be fully equipped for every good work. Все Писание Боговдохновенно и полезно для обучения истине, обличения греха, исправления и наставления в праведном поведении. Потому пусть всякий человек, принадлежащий Богу, будет снабжен всем необходимым для всякого доброго дела. It says all scripture. Написано все Писание. This means that we need to read it all. Это значит, что мы должны читать все Писание. Without it, we will not have a true and a good picture. И без него мы не сможем иметь истину и
правильную картину. We all have our favorite texts or our favorite pieces of scripture. Каждого из нас есть любимые тексты, любимые отрывки из Писания. And that's okay. Это хорошо. But if we're constantly only dealing with those texts, но если мы постоянно только этими текстами занимаемся, that God wants us to have. Тогда мы не попадаем в цель, которую Бог хочет, чтобы мы попали. Spiritual discernment. Духовное развлечение. My conclusion. Yeah. Requires desire. Требует желания. Prayer. Молитвы. Learning. Обучение. From gifted and mature people. У зрелых и одаренных людей. Dependence on the Holy Spirit. Зависимости от Святого Духа. Study of God's Word. А также прилежного изучения Слова If Божьего. You follow these steps, если вы будете следовать этим, you will be strengthened in your doctrinal convictions. Этим вещам, вы будете укреплены в доктринальных убеждениях. You will think antithetically in a right way. Вы будете размышлять правильно. Be kept from worldly approaches. И будете удаляться от духовных, от мирских побуждений. Вы хорошо будете толковать Божье Слово. You will be able to confront sin. Сможете обличать грех. And all that и все это will help you mature поможет вам and bring honor to God. Стать зрелыми и приносить славу и почтение Богу. Amen. Amen.